Зовут Ирина, пришла на служение «Открытые небеса» и получила свое исцеление. У меня варикоз, воспаление сустава, артрит, артроз, сердце. Ну, и когда начал двигаться Бог, Максим молился, стали становиться на место, ну, вот позвонки в поясничном отделе, суставы стали исцеляться, ноги. В общем, я чувствовала такое присутствие Божье. Благодарю за силу Божью, за ваше служение. Огромное спасибо. Я получила свое чудо. Слава Господу. Слава Господу. Не беспокоит. Но это, скорее всего, лимфатическое что-то, не знаю. Бог знает. Да. Хорошо. А как вы сидячие чувствуете себя? Ну, болит. Что-то поменялось? Болит именно пятка? Не только. Вот суставы, вот это все. У меня были операции на венах. 16 швов было. Ну, уже давно было. Но оно как бы возвращается. У меня работа стоячая просто. Ага. Нагрузка постоянно. Да. Ну и вес. И сейчас у вас есть боль еще? Да. Вы уверены? Я знаю. Прямо сейчас? Меньше, но есть. Вот здесь вот прям... Повторяю, прямо сейчас есть боль? Ну, верой принимаю, что нет. Нет. Это вы молодец. Прямо сейчас боль есть или нет? Меньше. Или нету? Ну, или нету, но пока есть. Ну, ну нет, ладно. Следующий вопрос. Прямо сейчас боль есть или нет? Нет. Да, есть немножко. Ну, надо что сказать, надо, нету. Исцелена. Исцелена, да. Иисуса, я исцелена. Я почему это говорю? И сейчас Бог здесь совершает чудо. Вы чувствуете это? Как волна идет. Смотрите, сейчас тут происходит чудо. Смотрите. Движение идет, волна идет. Ву, ву, ву. Смотрите, как волна идет. Прямо вот так отходится. Сила Божья совершает чудо. Вы чувствуете? Как сила Духа Святого начинает распространяться по залу. Смотрите, идет исцеление. Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Идет свобода. Свобода. Спасибо, Господь. Спасибо, Царь наш. Аллилуйя! Жизнь сейчас. Сейчас огромный поток. Я вижу видение, как лава, горячая лава сейчас распространяется вот здесь по залу. Слава Богу! Сейчас происходит чудо исцеления. Аллилуйя! Спасибо! Я даже вижу не только в ногах, а в голове начинает происходить исцеление. Вот сейчас я вижу мгновение, Бог показывает, стрелочка такая, голова. Исцеляется что-то, сосуды вот здесь в этой части. Спасибо, Господь. Сейчас чудеса происходят. Чувствуете? Аллилуйя. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы даже не прикасаемся, друзья. Что-то происходит сейчас. Спасибо, Дух Святой. Мы благодарим Тебя. Ты силен спасать всех, кто приходит к Тебе. Мы благодарим Тебя, Отец. Ты силен спасать всех, кто приходит к Тебе через Христа. Ты силен исцелять, освобождать. Делать пленных свободными. Ты силен освобождать от демонов, от бесов, от смерти, от болезни, от проклятий. Ты силен исцелять и спасать всех, кто приходит к тебе через Христа. Благодарим тебя, Господь. Великий Святой Бог. Господь, благодарим тебя, что ты освобождаешь твою дочь. Ты исцеляешь ее. Благодарим тебя, Господь, за чудо, которое происходит сейчас в ее теле. Во имя Иисуса Христа удаляется опухоль на пятке. Ущедает опухоль на пятке. Она растворяется и удаляется. Прямо я вижу, как сейчас огонь пришел, прижигать начало. Сейчас начало прижигание. Я веду раскаленную головешку, которую приложили сейчас к ее ноге. Прямо сейчас начинает прижигаться опухоль. Аллилуйя, спасибо, Господь, за чудо, которое ты совершаешь. Прямо сейчас начинают исцеляться суставы, освобождаются суставы. Спасибо тебе, Иисус. Благодарю тебя, Господь.
великий святой Бог, исцеляется шея, исцеляется грудной отдел, удаляется остеохондроз. Прямо сейчас освобождаются суставы, выравнивается шея и диски. Прямо сейчас происходит сотворение новых дисков, новых позвонков. Сила Духа Святого начинает формировать новые диски, новые позвонки. Прямо сейчас исцеляется поясница, выравнивается крестец, выравнивается кости таза. Прямо сейчас происходит движение, силы Божьей выравнивается, происходит перпендикуляр. Спасибо тебе, Иисус. Во имя Иисуса Христа я вижу, как область Ишаса начала вытягиваться и выравниваться. И сцепленные диски, которые у нее из-за боль, из-за того, что диски были истончены, и они двинулись. Прямо сейчас сила Божья начинает вытягивать, и расстояние между дисками начинает вытягиваться. Вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Спасибо тебе, Иисус. Благодарю тебя за освобождение сосудов от варикозных шишек. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Исцеляется сердце. Освобождается сердце. Исцеляются почки. Прямо сейчас почки очищаются. Спасибо. Боль в почках уходит. Угнетение уходит. Душа освобождается. Душа наполняется радостью. Все затаенные токсичные мысли удаляются из души. Господь очищает ее. Исцеляет ее. Благодарю тебя, Господь. Великий святой Бог. Слава тебе, Господь. Ты даешь радость. Взамен слез, которые она плакала много, огорчалась и находилась в неудовлетворении там, где она работает. Она жила в постоянном конфликте, внутреннем конфликте, постоянном разочаровании, постоянной неудовлетворенности, где она здесь, то она работает. Она постоянно думала, мечтает о том, когда же ей уйти оттуда, когда же уйти. И этот конфликт назревал, и это ударило по ее телу, ударило по ее спине, по ее почкам. Господь исцеляет. Он дает радость и говорит, не переживай, ты в моих руках. Если ты будешь верить, я приведу тебя на места злачных пажитей. Там, где течет молоко и мед. Аллилуйя. Прямо сейчас исцеление идет. Отверженность, обида уходит. Спасибо тебе, Иисус. Вау, горячая такая. Прямо кипяток. Жизнь течет. Спасибо тебе, Иисус. Отец, спасибо, Отец, спасибо. Свобода. Душа освобождается. Душа исцеляется. Приходит внутреннее прощение. Прощение, силу простить. Простить себя. Простить себя. Приходит сила простить себя. Мы в руках Божьих. Нам нечем переживать и судить себя. Господь взял вину на себя. Спасибо, Господь, что твоя сила решает всю ситуацию в ее семье. Я благодарю тебя, Господь, что приходит исцеление семьи. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо, Дух Святой. Провозглашаю твое царство в ее доме и в ее семье. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Аллилуйя. Слава Господу. Да, друзья, это мощно было. Ну, рассказывайте, на каком? На небе были? Ой, нет, только не было. Ну да, реально, коснулась очень сильно. Выворачивала все эти позвонки туда-сюда, тут суставы, там со всех сторон, и голова, и все, ну, сильнейшее такое вот действие реального исцеления, слава Богу. Спасибо Господу, слава, спасибо. Он верен, даже если мы не всегда верны, Он всегда верен. Боль в пятке ушла? Практически, остаточное такое вот. Буквально уже так, до того, что было, вот вообще нету близко. Да. Ну вот я осталась чуть-чуть. Буквально так, это не то, что было. Я шла хромала. А ну походите. Ну, сейчас попробую. Попробуйте. Ну, однозначно, я уже не хромаю.
Хорошо. Я еще просто не поняла, что хорошо, но я начинала понимать. Потому что она подходила, я тут начала топотить, а меня можно буду послужить одновременно. Слава Господу. Аллилуйя. Да, аллилуйя. Давайте прославим Господа. Спасибо, Господь. Хорошо. Слава Богу.